Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Как видите, я все поубирала сзади. Сейчас немножко у нас пока будет так чистенько, без ничего. К осени не будем особо готовиться. Логотипчик, видите? Я, кстати, скоро расскажу вам о покупочках, которые у меня были. У меня новый телефон, новый телевизор. Ну, все недорогое, но по мне так качественное и хорошее. Я расскажу, в общем, об этом. Но сегодня будут у нас покупочки косметики. Tommy Moly, корейская косметика. Я наконец-таки туда зашла. И смотрите, что я себе приобрела. Первое, что я себе приобрела, это вот такое яблочко. Знаете, что это? Это крем. Я уже его испробовала, он уже на мне сегодня. Мне очень нравится. Во-первых, дизайн. Вообще, что Tommy Moly мне понравилось, да? Это дизайны. Посмотрите, ну просто приятно, эстетически. Здесь вот такая лопатка. Это для тех, кто не любит, как я, когда набираешь вот этот крем, да, и под ногтями он остается. Запах просто божественный. Состав — это мед и яблоко. Единственное, вот эта крышечка мне не нравится. Но, наверное, может быть, то, что дома, я вообще эту крышечку сниму. Надеюсь, сохнуть не будет. Смотрите, как выглядит. Оно и тянется, в принципе. Вот давайте я вам покажу. Как мед. Видите? Я когда показала маме, мама вообще говорит: ой, это мед. Но и я думала, что он прям будет липкий какой-то, его прям хочется съесть. Запах просто, вообще просто невероятный. Свежесть прям. И что меня очень удивило, он сразу ложится, сразу тает на коже. Он очень мягкий, и кожа прям шелковистая. Вот прям шелк. Я вам скажу, что ни одного крема, который у меня сейчас, да, для лица есть, увлажняющий, там, омолаживающий, не было с таким эффектом, чтобы я почувствовала. Под пальцами прям шелк. Вот прям шелк, я не знаю, с чем это сравнить. Как после... Я вроде и скраб не делала, но намазала, оно прям так раз-раз-раз растаяло прям у меня на лице. И я... Ну, как бы, высохла сразу, никакой липкости, мягкость, вот это гладкий шелк. И, в общем, я довольна. Стоит он где-то 1150 рублей, что ли, я не скажу, или 1050 рублей, я не помню. Вот такое яблочко, и оно еще будет очень красиво смотреться у нас на столике с вами. Дальше, что я купила, это то, что рекламировала Лина, кто смотрит ее, это блогер тоже с Ростова. Это такой вот, такая вот панда, короче, это осветляющая база для глаз. Ее можно носить с собой, можно под макияж накладывать. Выглядит она вот так, мы ее открываем. Тут еще такая штучка, но ее можно убрать. Белая текстура. Просто она наносится, она, короче, немного высветляет. Смысл в том, что, видите, да, под глазками, она увлажняет, осветляет. И осветляет как косметически под глазками, да, делать чуть-чуть тон светлее, так и... Вот этот вот меланин, из-за чего у нас появляются темные круги, знаете, там отечность какая-то. Ну, темные круги, да, вот этот меланин. То есть он еще, ну, как бы осветляет внутренние вот эти вот клетки. То есть он не только работает косметически, маскирует, да, то есть он еще работает как крем, например, да, который там что-то нам с пигментами нашими работает. Я не знаю, как это сказать, короче. Но фишка в том, что, ну, вы поняли, да, отличие. Я что сделала? Перед тем, как накраситься, я просто нанесла под глазки вот так, да, он сразу так высветлился, я немножечко его распределила, и отлично все легло. Запаха у него яркого нету, ну, приятный такой есть, нежный запах, да. В общем, вот это рекламировали средство, Лина рекламировала, я купила себе тоже. Стоит он 890 рублей, по-моему, или 850. Ну, он компактный очень, что можно с собой носить. Так что будут всегда у нас под глазками увлажненно. А я вот под глазами все время не слежу за этим, поэтому плохо. Решила, что надо следить, решила такую штуку взять. У них, конечно, есть целый комплекс, она мне посоветовала. А, кстати, есть еще вот такая панда охлаждающая. Она вот, знаете, когда люди не высыпаются, может, у них отечность. Короче, это такая, как скорая помощь, такая быстрая борьба с какими-то недостатками, да. Ну, вот я, мне вот этот беленький нравится, потому что он еще, вы знаете, оставляет какой-то такой шелковистый отлив. Знаете, здоровая кожа прям. Вот немножко с какой-то лоской появляется. Мне вот это, ну, нравится. То есть... Пусть все выглядит здорово, здорово. Дальше, что я купила, ну, я решила маленькие такие попробовать, ну, моменты, да, это, то есть, или два дорогих средства, которые я там купила. Там есть еще дороже, она мне какой-то комплекс вокруг глаз для увлажнения, там он стоит 2,5-3, я говорю, давайте что-нибудь попробую чуть побюджетнее сначала купить, познакомлюсь с этой косметикой, а потом я уже тогда буду более дорогие продукты брать. И у них была еще распродажа теней, так что в Горизонте, в Ростове-на-Дону у нас распродажа теней, у них тени по 100 рублей, я взяла вот такие вот
тени. Мне очень понравились, потому что они как хайлайтер, можно их использовать. Вот такие вот, смотрите. Бежевенькие, светлые, розовенькие это. То есть я их вот так вместе. И они прям конкретно, вот видите, ну прям вот, вот прям супер хайлайтер, я вам скажу. Супер. Цвет не розовый, не бежевый, не это, прям какой-то очень естественный и красивый. То есть вот это я взяла как хайлайтер, мне очень понравилось, 100 рублей. Дальше вот такие штуки у них продавались. А у меня запечатанные, конечно, как всегда. Хочу продать. Короче, это в карандаше тема такая. Тоже красивых, два цвета, двусторонних. Тоже 100 рублей, представляете? Я же думаю, я мимо распродаж вообще не пройду. Я обожаю, когда что-то распродается. Здесь, значит, оно откручивается. Фишка в том, что вот внутри в колпачке находятся тени. А здесь у нас идет такая вот как бы кисточка, да? И вот мы ей наносим темный цвет и распределяем. То есть удобно вот это носить с собой. Она такая немножко на пружинке здесь. Мы ее закрываем. А с другой стороны идет более светлее. То есть один такой карандаш с собой брать, и мы сможем сделать с вами вот такой вот мейкап с двумя вот такими красивыми цветами. Видите, да? Он перламутровый такой, больше этот чуть-чуть матовый. То есть вот таких два красивых цвета. И тоже здесь находятся тени. Они находятся вот, вот это все тени, то есть нормально их там, немало. Тоже 100 рублей такой стоит. И еще купила тоже тут в коробочке все. Я же думаю, прилично, чтобы все выглядело красиво. Да, я только сегодня купила. Тоже здесь идет два цвета. Тоже раскручивается. Также находится там внутри тени. Белый цвет. Ой, то есть это серый цвет. Такой вот у нас. Он идет металлически. И с другой стороны белый. Видите, да? Видите, не видите? Как же вам показать? В общем, белый. Белый, белый, белый. В общем, ну, удобно вот в этой штуке, потому что под глаза, под бровями, например, все время беленьким мажешь, и мне как бы нравится. Но 100 рублей, я думаю, ну как это не взять? А дальше за 100 рублей я также купила вот такие вот тенюшечки. Вот они. Они очень блестящие здесь. Сейчас. Открывайте. У них очень насыщенный такой блеск. Вот они. Смотрите. О, видите, по сравнению как... очень яркие, то есть это как раз таки, ну вот сюда вот, да, вот я ими как раз накрасилась, кстати. Они у меня внутри вот здесь вот идут, да, а вот здесь идут у меня как раз таки, ой, там смесь разных, короче, и те. В общем, эти такие насыщенные, классные, серебристые, мне понравились, вот. Тоже 100 рублей. И единственное разочарование у меня было, потому что, скорее всего, я не углядела. Я купила вот такие тени, они 300 рублей, это тоже распродажа, здесь их 4 штучки. И я пришла домой, представляете, они у меня разбитые. Причем они были в сумке у мамы, а мама у меня очень хорошо и аккуратно носит сумку. И, скорее всего, просто они там разбились. Они не знали, не посмотрели, и я не посмотрела. Поэтому на будущее, девчонки, тени, когда берете, смотрите. Не повторяйте мои ошибки. Так было неприятно. Но осталось двое теней. Короче, этот красивый персиковый цвет. Вот он. Вот он. Я сейчас его накрашу. Мне очень понравился вот этот персиковый цвет. Ну, он очень нежный. Он прям даже, вы видите, не видно даже. А дальше идет коричневенький. Тоже нежный. То есть не сильно темные, видите, такие вот оттенки. Ну, а здесь у нас был беж и еще другой цвет. Где покажу вам? Я их высыпала. И я думаю, что я буду что-то придумывать. Вот он, беж был вот такой вот. И вот такой был немножко песочный цвет. То есть я, ну, что-то смешаю и положу их обратно. Есть же делают девчонки тени, потому что очень обидно, не хочу, что новые тени купила и все. И уже они у меня разбились. Грусть какая. Также мне там дали крем для рук попробовать, крем для лица. Вот такие вот две пандочки. То есть это у них есть пробники и маска ночная, банановая, которая не смывается. То есть мы ее наносим и не смываем. С удовольствием все попробую, вообще обожаю пробнички. В общем, все, что я купила, где-то на 2500 мне вышло, и мне дали карту. Карта у них накопительная, Tommy Moly. Она идет 3%, мне сразу начислили на нее баллы, сделали скидку. И идет там... покупаем мы на 3000, по-моему, рублей. Она идет потом 5.
на 7, на 15 тысяч идет. Короче, самый большой процент скидки там 7%. В общем, накопительная карточка вот такая. Этель модная. Томми Моли у меня есть. И пока что, пока я попробовала вот этот вот, вот эту панду и вот это вот, вот яблоко, я, короче, вообще довольна просто. Вот это супер. Мне кажется, это точно я буду брать. Вот, вот, вот то, что делает эффект на лице, вот это вот яблочко, очень мягко. Мама, я еще не пробовала. Надо ей дать попробовать, чтобы она заценила конкретно. А вот это действительно, я вижу шелковистый эффект под глазами. Прям атласные такие вот глазки, знаете, прям, ну, видно эффект. Не просто там нанес, как крем или еще что-то, а видно интересную вещь. В общем, все. Сегодня покупочки этой косметики Томми Моли поделилась с вами. Кому понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, кто чем-то пользовался из этой косметики и просто фанатеет супер-пупер. Пишите мне в комментарии, потому что я буду приобретать что-то. Но я когда пришла туда, я прям не знала, растерялась. Я говорю, покажите мне хиты, самое лучшее. Говорят, как классная косметика у вас. Вот, и если что-то вы пробовали, обязательно напишите, я тоже попробую. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. А сейчас будут приветы моим подписчикам. Привет для Алхимовой Евы. Привет для Дарьи. Привет Васильевой Насте. Привет для Вари. Привет для Насти Дуб. Привет Кузнецовой Марии из Архангельска. Привет для Насти. Привет, Люксор Алине. Привет для Анастасии. Привет для Алины. Все, мои хорошие, все, кто получили приветы, ставьте лайки, делайте репосты, скидывайте мне ссылочку, я поставлю лайк, с удовольствием посмотрю, как вы оформили все это на своей страничке. Ну, а те, кто хочет получить от меня такие же приветы, пишите мне в комментариях, и я оставлю вам ссылку на то, как получить от меня такую сигну. Или пишите в личку ВКонтакте. В общем, пишите куда-нибудь, и я вам отвечу. А с вами была я, Селена Свей, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!